Чемпионы Ивановской федерации кудо взрослеют. Если раньше воспитанники золотоносного Эдгара Коляна становились чемпионами юношеских соревнований, то теперь наравне с опытными спортсменами участвуют во взрослых турнирах. Первый раз они дебютировали, сейчас по-взрослому. И двое наших ребят заняли почетное третье место. То есть это Артем Тарахчан и Тигран Вардазарян. То есть это радует, что на самом деле ребята уже вошли в взрослую когорту, да, и уже смогли там закрепиться. Но бронзовые медали дались ребятам с огромным трудом. Тренироваться приходилось регулярно и на пределе возможностей. Плюс постоянное волнение и огромное желание не ударить в грязь лицом. Артем впервые выступал по мужчинам. Среди юношей спортсмен уже достиг пика. Он чемпион России и победитель первенства мира. Но эти соревнования, как признается сам Артем, одни из самых трудных на его памяти. Соперники были настроены на серьезную борьбу. Все были достойны, все старше меня были. Намного лет, даже на 5-6 лет старше меня были, опытней. Могу даже сказать, что мне не хватило больше опыта, чтобы стать первым. Хотя все варианты могли бы быть. Вопреки опыту и воле к победе противников, Артему удалось отвоевать свою бронзу. Парень уверен, это только начало. Впереди еще много боев и много побед. Для Тиграна его бронзовая медаль чемпионата России уже вторая. Но по мужчинам он также выступал впервые. Ощущается уровень подготовки. По мужикам все намного серьезнее. То есть сила удара, физика чувствуется у соперника. В общем, намного сложнее. Для обоих призеров этот чемпионат – своеобразная отправная точка. Теперь им придется наряду с матерыми спортсменами бороться за победный пьедестал. Кстати, оба кудаиста выполнили нормативы мастеров спорта и уже совсем скоро выступят в новом качестве. На первенстве на призы губернатора региона, которое состоится 7 марта в спорткомплексе «Олимпия». Так как турнир имеет статус Кубок губернатора, то есть нам пошли навстречу и сказали, что на должном уровне можно провести этот турнир и кубки там, и подарки. То есть я думаю, будет все соответствовать. Зрителям понравится. Еще раз приглашаю всех наших ивановцев посетить 7 марта спорткомплекс «Олимпия». Сейчас перед руководством Федерации кудо стоит сложная задача. Юноши, чемпионы взрослеют. Им нужно вырастить достойную смену. Ведь предыдущее поколение чемпионов очень высоко подняло планку. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.